Наша команда, претендующая на место в победной тройке, отстояла позицию лидера. Краснодарцы активно боролись за победу до финального свистка. Но удача улыбнулась анапчанам. В середине первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален игрок Краснодара 3. Спустя несколько минут за нарушение в штрафной арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но наш игрок не смог обыграть голкипера. Второй тайм прошел в атаках Анапы, но грамотная оборона Краснодара 3 не давала сбоя вплоть до 90-й минуты. Итог встречи 1-0 в пользу анапчан.